Что такое чихание? Какие причины чихания? Что делать, если чихание продолжается довольно долго? Смотрите видео до конца и узнаете, почему мы чихаем. Перед просмотром видео хотим поприветствовать всех наших постоянных зрителей и пригласить подписаться на канал тех, кто смотрит канал первый раз. Каждому знакомы такие ощущения, когда вдруг начинает нестерпимо щекотать в носу. Потом происходит резкий выдох через носоглотку с характерным звуком – апчхи. Что такое чихание? Чихание – это ответная реакция слизистой носа на различные раздражители. Организм пытается избавиться от щекочущих в носу агентов, что вызывает резкий выдох, при котором закрываются самопроизвольно рот и глаза. Чихание – безусловная защитная реакция, направленная на выделение из носа раздражающих факторов. Чихание возникает при попадании в нос пыли, ощущение резких запахов, при охлаждении, раздражении нервных рецепторов, расположенных в ушах, при ярком свете. Симптом может вызвать слишком сухой воздух, в результате воздействия которого слизистая носа теряет влажность и раздражается. Какие причины чихания? Появление симптома может быть обусловлено следующими факторами. Возникает во время беременности, особенно в третьем триместре. Именно в это время происходит воздействие на слизистую носа гормонов, выделяющихся в период вынашивания плода. Они раздражают слизистую носа, что приводит к появлению слизистых выделений и развитию чихания. Это ринит беременных. Воспаление слизистой носа, ринит, насморк, возникающим в результате проникновения в организм респираторных вирусов, различных бактерий и грибков. Многие респираторные заболевания начинаются с появления чихания и слизистых выделений из носа. Так организм пытается избавиться от возбудителей. Вазомоторный ринит проявляется повторными приступами чихания, обусловленными изменением температуры и влажности окружающей среды, переменой положения тела, физическими нагрузками. При гипертрофическом и атрофическом ринитах, то есть в тех случаях, когда возникает увеличение или наоборот истончение слизистой носа, приводящих к раздражению и возникновению чихания. Аллергический насморк, особенно при развитии реакции на пыль, пыльцу растений, различные запахи. При аллергическом насморке чихание сопровождается слезотечением, обильными слизистыми выделениями из носа, заложенностью носа. Перед приступом инфекционно-аллергической бронхиальной астмы чихание является первой реакцией на попавший в нос раздражитель, который спровоцирует приступ затрудненного дыхания. Синусит, гайморит сопровождаются чиханием, особенно после промывания носа, проведения пункций, проколов верхнечелюстных пазух, введение в полость носа различных лекарств. При различных инфекционных заболеваниях, протекающих с поражением слизистой оболочки носа, это может быть корь и краснуха, ветрянка, ерсиниоз, ротовирусные инфекции, мононуклеоз. Может быть первым симптомом полипов или других опухолей, расположенных в носовых ходах. Медикаментозный, лекарственный ринит сопровождается чиханием при частом применении сосудосуживающих капель. Что делать, если чихание продолжается довольно долго? Если чихание продолжается слишком долго, то необходимо выявить причину и постараться устранить ее. Ведь при повторно проявляющихся симптомах, интенсивном чихании, возможно повышение артериального давления, что может привести к нарушению кровотока, образованию тромбов. Необходимо постараться избавить организм от раздражающего агента. Для выявления причины чихания проводится осмотр отоларинголога и проведение процедур, способных снять раздражение и отек в носу. Для исключения воспаления может понадобиться проведение рентгенографии придаточных пазух носа, определение показателей общего анализа крови. Если чихание обусловлено воспалением, то назначаются промывание носа с физиологическим раствором или морской солью. Если чихание имеет аллергическую причину, то обязательно прием антигистаминных средств и также воздействие на слизистую носа, чтобы как можно быстрее убрать с нее раздражающий агент – аллерген. При частом чихании необходимо проводить аллергопробы, выявлять аллергены, сдавать кровь на иммуноглобулин Е, который подскажет причину аллергической реакции. Не стоит стараться подавлять чихание. Хотя считается и неприличным чихать в общественном месте, но следует выполнить это так, чтобы максимально обезопасить окружающих от попадания на них отделяемого из носоглотки.
прикрыться платком или салфеткой. Чихание – естественная ответная реакция организма на попадание раздражителей, поэтому подавлять ее нежелательно, но и чихать во всеуслышание некрасиво. Старайтесь провести все возможные профилактические мероприятия, чтобы чихание не застало вас врасплох. Помните, что чихание – это защитный рефлекс, подаренный природой. Поэтому против природы идти не стоит. Устраните причину воспаления в носу, и чихание никогда не возникнет неожиданно. Вам не придется выходить из зала заседаний или прекращать переговоры. Не болейте.